17 вечером последний раз он дозвонился. Перед этим 2 суток не было связи. Где-то в 5:30 вечера он позвонил. Как дела там, то все. Буквально 2 слова, связь прервалась. У нас был уговор, если связь прерывается, то звонит он, а не я, потому, дабы не сбивать друг друга. Но он так больше и не позвонил. И я дозвониться не смогла. Потом я узнала, что в этот момент как раз начался обстрел минометный. И он не успел добежать до блиндажа, его ранило. Ранение серьезное. Вот. Ему там оказали первую помощь, и на следующий день, рано утром, сформировали первую колонну для выхода. И там была машина с ранеными. Вот ее расстреляли. Кто смог с той машины, кто мог ходить, те ушли, а он не смог, он там и остался.